Еще раз увижу, сказала. А вкусно пахнет, говорит. Переписала? Ну, хоть более-менее. Еще раз залезешь в ее на тетрадку, я тебе по ушам дам. Учителя, записи красным нельзя обводить. Все, делай домашку теперь. Домашняя работа там, или как пишешь ты? Придет из-за корявого написано, я заставляю переписать. Нравится, не нравится. Научусь с первого раза писать красиво. Ничего. Я так же делала. Куда ты суешь, горячий? Дуй. Я по пол тетради переписывала, пока не научусь правильно писать, красиво. Я больше не буду. Наелся? Да. Добил маленько кишечник. Все, беги тогда, молодец. Мясо поел, пельмени. Еще, говорит, хочу. Да, сейчас, говорю, дайте сварим. А мне не нравятся вареники вот эти. С ягодами делают, с творогом. И не люблю. Сладкое тесто, чтобы... Тесто и там сладкое еще было. Мама, мне с этим. Нет. Я не умею, я только что пробовала. Я тебе только что сказала. Сабрина делала, посмотри, спроси у нее.